хотела убрать текст, как мы хотим. 3D текст я вот выбрал. Он нам крутой какой-то. Так, тут пишем. Что хотим? Как тут название ролика? Что хотите? Какую надпись? Я напишу, как сделать превьюху на Android. Так. Все, написал ролик. Ну и что? Что дальше? Ну вроде ничего. Так, вот так поправили. Ой, зря я так сделала. Ща. Ну-ка, ща, перед вами поправлю. Блин. Что-то тут не то. А, я понял, что прикол. Сейчас, подожди. Вот, я его поправил сейчас. И смотрите, вот это нужно было уменьшить полностью все изображение. Вот так вот растягиваем. Так можем делать. Чем уже, тем вот так вот солнце. Все голова вниз падает. Так что надо пошире делать. Ну вот я сделал пошире, все отлично. Теперь нужно это добавить что-нибудь интересненькое. Ну, цвет. Ну я выберу какой-нибудь градиент. Вот нажимаем на градиент и выбираем какой-нибудь цвет. Мне вот понравился больше этот цвет. Он вообще четенький. А то окей, дальше. Дальше у нас. Дальше что еще нужно делать? Дальше фон поставим. Кого хотим тут. Ну я, мне понравился вот этот. Он очень чётенький какой-то. Или этот. Или этот. Оба хороши. Я выберу один только. Так, что дальше у нас? Дальше нажимаем вот это, галерея. Фон галерея. Я скачал пару стикеров по НГ Мармока. Добавляем так, уменьшаем. Поворачиваем на одну сторону. И короче у нас все в стикерах становится вообще четко останется. Так. Все, вроде как отлично. Получается у нас. Так. Ну что? Вот. Первый стикер. Второй фон. Я без вас, короче, тут наделал стикер. Все отлично у меня. Теперь нажимаем сохранить. Save as I make. Нажимайте. И Save to Gallery нажимайте. И тогда все будет нормально. Так. Все, перемещаемся сюда. Сейчас нужно нам эту превью поставить. Как же мы ее поставим? А вот сейчас я покажу вам. Заходим в творческую студию YouTube. И, короче, нажимаем видео, да? И выбираем видео, которое хотим привязать. Так, ну вот, у меня самое верное, я туда хочу перевих поставить. Так, короче, нажимаем на карандашик. Измени значок. Нажимаем свой значок. И, короче, заходим. Картинки. И вот. Пиксель карт. И, короче, ставим и выбираем угол. Все, короче, понятно? И нажимаем, вот так вот выбрать нажимаем, когда у нас сразу здесь угол. Выбрать, вот когда у нас превью выбралось, потом нажимаем сохранить, но я не стану это делать. Сохранить нужно обязательно. Ну все, всем пока-пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, что мне дальше снять. Пока-пока.